Новые поправки правил дорожного движения исключают любые двойные толкования того, как именно водители должны уступать дорогу пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и пропустить не только идущих по нему людей, но и тех, кто только ступил. Пошел нахуй! Давай поставим это тоже в сюжет. Да. Новые поправки правил дорожного движения исключают любые двойные толкования того, как именно водители должны уступать дорогу пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому переходу, нужно снизить скорость и пропустить не только идущих по нему людей, но и тех, кто только... Заебали, блядь! Да пошел ты нахуй, ёбище! Весь переход мы пишем тут урод!